Всех от души приветствую, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас будет моднейший разбор вот такого вот большого бака с медяшкой. Блин, такие объемы я уже давно не жег. Сейчас мы это в печечку потихонечку. Естественно, я тут, блин, тут жечь придется очень-очень долго. Очень-очень долго придется жечь. Иначе я это все... Иначе, если это все подпалить разом, тут вообще, блин, я не знаю, тут капец. Соседи меня убьют. Так, сейчас в печечку и будем потихонечку обжигать. Сейчас давайте посмотрим, обзорчик сделаем, что тут у нас имеется в этом баке. Что тут у нас имеется в этом баке? О, капец. Вот это да. Вот это да. Всякие старые жженые удлинители. Блин, это я вот сейчас вот ломаю старую веранду. Разбирал там. Всякие перегоревшие провода, всякие удлинители перегоревшие старые. Фиг знает, что с советских времен накопилось, блин. Это что такое? Это фен какой-то, что ли, или что это такое? Непонятное. Кто знает, отпишите, что это такое. Ну-ка, подожди, что-то написано. Погоди-ка, что там написано? Корнет? Или что? Ладно, это потом на разбор оставить надо. И там еще выжигатель, да? Советский, старый. Его тоже на потом. Но вот это вот сейчас мы обожжем и посмотрим, что из этого получится. Сколько получится меди у нас. О, нормально, нормально. Да, насос еще. Там катушка внутри него имеется. Она там эпоксидкой залита. Тоже надо обжигать этот родничок. Если там медь. Сейчас такие насосы делают поганые, вот эти вот роднички. Что внутри алюминиевая тонкая проводка, и они сразу же, практически сразу же горят, блин. Только включишь, через полчаса сгорел. Так, ну что ж, давайте приступаем. Да. Столько проводов мне тут предстоит нажечь. Такое количество я давненько не видывал, блин. Что там еще? Кстати, трубки какие-то попались. А, это трубки с этой, с горелки газовой старой. Вот еще пара катушечек таких вот. Не помню уже от чего. Даже давно лежат. Пару катушек каких-то. Какое-то сверло тут непонятное. Что это такое? Тоже забыл уже, что это такое было. Что это такое? Пила, что ли, была? Непонятно. Ладно, сейчас будем углей немножко нажгу. И будем это все фигачить. Процесс продвигается. Ой, дышать нечем, надо уходить, все. Вот, вот, еще партия сгорела. А там и насос дофигачивается. Сейчас еще закинем. О, пошло дело. Пошло. Удлинители копились лет 40, если не больше. Всякие горевшие. И наконец-то настал их час. Настал их час. О, этот вообще какой-то старинный. О, что за эмблема такая? Нифига. Вообще какой-то древний. Наверное, дед еще, наверное, что-то тут химичил. Так, насос, родничок. Вроде как пропекся как следует. Ну-ка, давай, да, сгорел, сгорел. Ага. Зашибись. Ну и все. Потом вот так вот ставишь, по дну долбишь кувалдой и катушка выпадает. О. Все, пусть остывает. Ну а мы приступаем. Блин, я уже задолбался жечь, реально. Да, конечно, при таком способе потери огромные, но вот, допустим, вот это вот телефонный, ой, не телефонный, а телевизионный кабель, фиг его почистишь, как вот он, там же сетка вот эта вот. И так вот задолбаешься, все это мелочь вот это вот. Сыпется, конечно, много. Да, килограмма 3 бы вышло, не знаю, блин.
строительство продвигается, этот медь обжигается. Я задолбался ее сжечь, я весь черный дышал с этим говном. В итоге вся эта тонкая проволока, блин, она половину просто осыпалась там. Да. То ли дело копанное, вот это старое советское, это маленький кусочек, блин, раз-два кило. Ладно, тем не менее, итог. Проверим итог. Вон она там. Да, родничок, это тоже родничок зафигарил. Разобрал сейчас так, весы по нулям. Ну что там у нас получилось? 2200, блин. Ну что ж, тоже результат. Тоже результат. 550, по-моему, сейчас кило. Ну, на 1000, короче. Такие вот дела, дорогие друзья. Я продолжаю строительство. Ну а с вами до новых встреч. До новых встреч.